Друзья, всем привет! Вы на канале Татьяны Ковальчук. Вот смотрите, святая святых каждого дачника. Наши заготовочки, а это наш погребок. Этот у нас вход из гаража. Вот одна дверь тут. Потом промежуток. Еще одна дверь, которая вовнутрь открывается. Такая лестница. И вот здесь у нас такие полочки с разными вкусняшками. Вот так. Сейчас я спущусь аккуратненько. Тут дополнительный свет повесили, может, видно нормально. Смотрите, тут яблочки стоят. Баночки всякие разные. С этой стороны тоже баночки. Наверху еще в ящиках стоят тоже яблоки. Это все наша красная звездочка. Вкусные зимние яблочки. Не знаю, решила я вам показать такие вкусняшки. И леча, и огурцы, ассорти. Там компоты в 3-литровых баночках. Здесь такой ящик с картошкой. Картошки мы много не садим, но еще есть. Здесь в ведрах стоит свекла, морковка. Ну и яблочки. Вот такой вот у нас погреб. Тоже, опять же, муж делал сам все. Это готовый бетонированный такой. Опускали краном. Такой огромный ящик. И вот так вот он служит нам верой и правдой уже много лет. Точно не помню, сколько там градусник есть. Я не посмотрела, сколько там градусов. Также трубы, которые выход для вентиляции. Я не очень понимаю, но труба, которая на улицу выходит, на зиму, на большие морозы утепляем мы ее. Что вот такой у нас погребок. Может быть, кому-то и интересно. А то все садим, садим, выращиваем, да? Вот они результаты. Все, на этом заканчиваю. Спасибо за просмотр. Всего доброго, до свидания.